Всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро Рояль. И как-то уже давно у нас не было никаких золотых пушек. Так что сегодня отыграем с золотой крепизишкой на более-менее нормальном перке. А именно, на быстрый полет пули. Хотя, какой в нем смысл, я вообще не понимаю. Но все равно это не самый плохой. Так что, надеюсь, все у нас с вами получится. Ну а вам, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал, ведь нас уже 218 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще не раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем, погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. А самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в других магазинах с огромными наценками. А еще тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. Вот по-любому сейчас ботинок 100% опять сагрится и будет до босса за нами бежать. Серьезно? Он на другого парнишку сагрился? Он сейчас прикалывается? Или он первый раз зашел на пятую карту? Капец. Нашел, как начать бой. Обычно все, ну, максимум на эту скалу забираются и пытаются тебя законтролить. Это просто в упор по ботам пошел. Ну, получается, бонусом МГшка высшего качества. Которая пока пусть лучше поваляется просто в сумке. Мне кажется, подстволка еще по-любому пригодится. О! А вот и на кемпах боты работают. Только вот на боссе-то на самом деле тихо. Пока вообще никого не слышно. Мне бы в идеале как-то этого парнишку аккуратненько забрать. А только потом на босса идти. Чего? Я сейчас что было? Фига себе. Капец. Просто в наглую бежал сзади. Типа, парнишка, который с ботами воюет, уже меня контролит сидит, да? Пока там вовсю уже босса разбирают. Так, еще один готов. Серьезно? Даже ботинок розовый? А вот и еще один парнишка. Только с крепизишки-то зажимать-то прям вообще такое себе. Особенно с учетом того, что он бежит сквозь листву, и его даже толком не видно. То чувство, когда встретились два великих зажиматора. Друг друга раздамажили, но ничего больше не сделали. Чересчур надоедливый бот. Вот до последнего будет стоять и стрелять по тебе. Ну все. Получается, у нас осталось максимум два типа. Один из которых сидит за камнем и только что забрал шестерку. А второй где-то на боссе. Блин, а вот это много становится. Вот МКху высшую терять-то прям вообще неохота. Я думаю, может быть, пойти зарашить его. Ну иначе это все чересчур долго может затянуться у нас. Вот что он за этим деревом сел и даже не вылазит. Не, по-любому, надо рашить идти. Погнали. Чё-то как-то не очень хорошо мой план пошел. Хотел пойти рашить, поэтому получил в лицо подствольником. На, он-то там фуловый сидит. Да.
Так, один готов. Ну и куда ж без бота? А вот, походу, и тот самый парнишка с босса. И тоже готов. Ну, то, что это было сделано с МКХи, я думаю, немного закроем на это глаза. Все. Получается, теперь надо аккуратненько пройти и всех залутать. Один из которых уже красный. Вот так, наверное. Даже чуть-чуть получше будет. А то места-то уже нету. Хотя и лута тоже. Ау. Я так понимаю, тот парнишка, по которому я вообще изначально и начал работать, которого он забрал, броника лишился. Что, кстати, на самом деле в тему. Потому что моя кобра уже нормально так ушатанная. Так, тут все залутали. Теперь за следующим идем. Там-то тоже по-любому что-то есть. Раз он только что вышел с босса. И тоже красный. Понял, принял. Сейчас тогда будем как-то сортировать это все. Серьезно? Еще и с топовой скорелькой. Не, ну если я броник еще каким-то чудом помещаю, чтобы было место под патроны, то вот скорелька остается здесь, получается. Ну, либо же мы вообще без патронов тупо пойдем на выход. Ну а так, на крайний случай, может быть, кто-то тут будет пробегать и ее, возможно, залутает. Все-таки, насколько я знаю, по-моему, на 22-й минуте в некоторые катки запускают штурмовиков. А это прям нормальный такой подгончик кому-то будет. Ну а так, лутаем последнего, который, кстати, вообще с одной тычкой отлетел. И спокойненько идем дальше. О, а этот еще и место решил сэкономить. Капец, просто один жетончик. Ладно, топаем дальше. Поехали. Я вот думаю, сейчас, наверное, мелких боссиков заберем. Да и поди до школы прогуляемся. Хотя, не факт, что там вообще еще кто-то остался даже. Я уж молчу про босса. Но тем не менее, один фиг выход и плюс-минус в той же стороне. Так что не особо что-то потеряем. Так, первый сразу готов. Второй готов. Все, идем смотрим. Потому что в последнее время, а именно недельки так две, мне вообще с них уже ничего не падает. Весь предел это вот фиолетовый. И вот опять. Два синих и один фиолетовый. Хотя в начале сезона в среднем было один фиолетовый, один розовый и один синий. А иногда розовый и золотой сразу. Ладно, прямиком до школы. Глянем, что там происходит. Погнали. Я, конечно, могу ошибаться, но все боты на месте стоят. Даже мелкого около лестницы никто не забирал. Чего? Типа, боты живые? Но чей-то труп валяется? И еще два трупа. Ладно, сейчас чекнем что по боссу. Серьезно? Только не говорите, что тот трупик, который рядом с боссом лежит, это сгоревший типочек. Капец. Я офигею, если я сейчас открою, а там еще какой-нибудь халявный шестой сет. Так, еще и боссик бонусом розовый. И просто патроны. Капец.
Не, ну все равно классно, когда ты приходишь на, блин, почти 15-й минуте боя забирать босса. Он живой, а рядом сгоревший парнишка. Может тогда на всякий случай вообще пробежаться и все трупы солутать? Ну типа мало ли чё. Я вообще даже около выхода находил лутецкий. Еще один парень. И это, я так понимаю, тоже парнишка. Походу народу тут прям вообще достаточно было. Я же сказал, просто 6-й сет валяется в рандомном ящике на полу. Еще и с 5-й кат и с МК-хой. И вот как это все пихать теперь? Не, ну то, что заход максимально классный, это прям вообще бесспорно. Но я так понимаю, 5-й каски придется тут оставить. Как бы... Бронежилеты и патроны, я думаю, чуть-чуть подороже будут. Поэтому теперь можно и спокойно к выходу. Поехали. Ну вот, вот это уже совсем другое дело. Теперь и место есть, и патроны. И я на всякий случай а свинцованную ткань поменял на еще один подсумок. Ну, мало ли опять такая же фигня будет. Хотя, если честно, я вообще без понятия, как такое происходит. Я понимаю, когда на поясе люди сгорают, или там от молика, или еще что-то. Но просто вот так вот в чистом поле, грубо говоря, на полу. Так, первый готов. Причем сразу на босса бежал. Опачки, а вот и второй. И тоже готов. Ну, кстати... А сейчас квибизишка. Прям махом парнишку разобрала. Хотя он в 6-м сете бежал. И буквально одна тычка в голову и пара попаданий в тело. И все, и он рассыпался. Да и первый я бы не сказал, что прям очень долго отъезжал. Хотя он, по-моему, в 5-м сете бежал. О, а вот как раз его 5-й броник. Ну все, и огонь. Теперь можно и на босса зайти. Прям чисто по-быстрому заберем босса. А потом на крайний случай. Лучше просто будем всех брать и встречать. Ну, чтобы он просто не мешался уже. А у него 4-я сумка. Вряд ли что-то бросится. Так, первый магазин есть. Я ж не один эти выстрелы сейчас видел. Блин, так может быть его сейчас залутаем и туда к парнишкам пойдем? А вот, кстати, он бегает. Понял, принял. Я знаю, куда нам надо. И, кстати, хоть у босса и 4-я сумка была, но тем не менее, что туда выпало. Ну а так, теперь прямиком к ним поехали. Только он свалил куда-то. Я только сюда подошел, и все, его как будто тут даже и не было. И какой-то рандомный труп валяется. Но то, скорее всего, просто от ботинка. Серьезно? Он там что, вообще на край карты уйти решил? Капец, 5 минут боя прошло, да у нас все еще война на респах идет. А вот, кстати, он... готов. И он, походу, даже вообще не понял, что происходит. Выкинул разрывные. Он, типа, кого-то залутал, бежал и просто перезарядился? Ладно, тогда сейчас тоже тут на всякий случай пробежимся по всем трупикам. Там вот только под горой уже два лежит. Так, еще разрыва. Кстати, на самом деле это очень круто, когда ты заходишь не с МК-хой,
и спокойно с разных других паренечков лутаешь такой же калибр. Самое главное, чтобы он хотя бы одного из них не успел залутать. Третий броник? Вы серьезно? Капец. Вот куда это пихать? Каждый второй труп открываешь, там разрывы на МКХу, которую забрать хочется, а места-то нету. Ладно, тогда будем дальше идти. Все-таки он успел всех пробежать и пролутать, поэтому погнали. Вот что-то мне подсказывает, что я капец как вовремя решил сюда прибежать. Тут походу замес какой-то идет. Парни по полю бегают. Справа ботинок или босс стреляет. Так, 4 тычки есть. Теперь надо срочно подойти и добить. И я так понимаю, сразу на босса спускаться. Готов. Пятый броник. Типа там опять стреляют. Вопрос. Это сейчас босс стреляет или уже ботинок? Понял, это был ботинок. Фига себе. 0 хп. Там походу вообще одна сотая осталась. И на тебе. У парня резко заканчиваются патроны. И вот куда это теперь пихать все? Этот красный, тот розовый. А у меня одних только патронов топовых на 1300. Ладно, сейчас как-нибудь это все залутаем. И тогда пойдем смотреть, что там еще по боссу происходит. Я даже не удивлюсь, если он еще каким-то чудом там живой стоит. Погнали. И прикол в том, что он там не просто живой стоит, а его еще и убивает кто-то. Спустя 10 минут от начала боя. Потому что только что кто-то там заряжал самкахи. И парнишка гасится справа. Серьезно? С одного магазина? Фига себе, он быстро отъехал. Да обычно он еще и дронов всех выпустить успевает. Но вот тут, конечно, посредственный. Типа пятая каска и улучшенная гэшка. И просто рандомный чувак, который каким-то чудом тут столько времени ошивался. Тридцать патронов. Тогда я понял, почему он все-таки не стал забирать босса. На него, походу, тупо патроны кончились. И он решил, наверное, дождаться того, кто следующий придет его забирать. Ладно, тогда сейчас можно на бойсиков сходить опять, кстати, на маленьких. И потом уж, наверное, к выходу. Поехали. Но, кстати, если в общем подумать, то Кьюбизиха неплохая пушка. Но, как по мне, это вообще не для меня оружие. У нее, как минимум, очень странный звук для меня. И дико странная отдача. 5.56, а трясет так, будто ты с МКХи заряжаешь. Даже если не хуже. Ну и перк, такое себе. Так, первый готов. Второй готов. Блин, вот людей фиг убьешь, зато боты просто рассыпаются, как в принципе и босса. Вот как это работает. Хотя по людям она прям мало урона выдает. И опять та же самая история.
два синих и один фиолетовый. Ладно, тогда просто идем на выход. В принципе, в первой катке нормально так насыпало. Поэтому погнали. Долго думал, есть смысл заходить третий раз или нет. Но все-таки, почему бы нет. И, кстати, нормальная точка респа. Сейчас опять начнем со школы, а потом сразу побежим на второго босса. Даже стрелять никто не будет. Зато на боссе кто-то есть. Причем с Аугом, по-моему. О, босс ров. Серьезно? Сейчас что такое было? Капец. Просто горящий свалился. Нормальное такое начало. Еще и патроны подогнал. О, гэшка. Беру слова обратно. Уже не зря зашли. Ага, все в текстуру. Так, розовый. Не, ну неплохо. Я как бы вообще на третий раз не рассчитывал абсолютно ничего не поднимать. И на тебе. Сразу стальная гэшка. Ну все, тогда через магазинчик и сразу на второго босса. Ну, чтоб там еще остались люди. Поехали. По-моему, тут явно что-то странное происходит. Там какие-то боты работают. На боссе куча трупов, но никого нету. Капец. Я просто вообще с другой стороны пришел. Серьезно? Вы сейчас прикалываете? А можно узнать, как это работает? Ну, хотя бы чуть-чуть. Типа в первом бою. Просто незалутанные ящики, в которых валяются шестые броньки. Второй бой максимально спокойный. И в третьем АФК шестерки. Не, сейчас, наверное, просто лутаем его. Чешем, забираем покупного босса. И, наверное, на выход. Хватит сегодня с меня боев таких. Ну, нереально странные. Вот просто... У кого такое хотя бы раз в последнее время было? Чтобы и лут валялся просто в ящиках нелутанный, и АФК шестерки стояли. И это все как бы на секундочку пятая карта, и ранг у меня уже почти легенда. Вот типа, алло, это как работает? И еще и бонусом красный. И еще и... С тремя жетончиками. Не, точно. Забираем босса. И прямиком, наверное, на выход. Кстати, в одном из магазинов видеокарта была. Прям очень нравится, когда хоть что-то ценное там попадается. Хотя слитков золота я прям давно уже не видел. Вот на этого не хватило магазина. Даже двух не хватило магазинов. Не, говорю, QPZ-шка это очень спорная пушка. По людям дамага мало, а по боссам чисто рандом. И еще и с пятой сумкой. Ладно, тут вон выход в упоре. Погнали. Ну что, ребят, до точки сохраняется уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно, что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписчику на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял, пока.